Первый турнир по вольной борьбе памяти Хизира Кушхова собрал порядка 200 юных спортсменов с разных районов Карачаева-Черкесии. Для удобства организаторы проводили схватки в двух разных залах. Малыши в одном корпусе, борцы постарше в другом. Для Али Дагужиева это первое в его жизни соревнование. Мальчик, конечно, волнуется, что, однако, не мешает ему выигрывать схватки и шаг за шагом идти к своей мечте. Я занимаюсь борьбой 4 года, и это не мои первые соревнования. Я хочу стать олимпийским чемпионом и принести медаль в свой абазинский район Кубина. Такие же высокие цели ставит перед собой и Тимур Шевхужев. Он понимает, что путь к спортивному Олимпу начинается с побед в небольших соревнованиях. Соперники были хорошие, я боролся хорошо. Я рад, что соревнование такого масштаба организовано в нашем аулу. В честь друга моего отца. Моя спортивная мечта – стать олимпийским чемпионом. Но для этого нужно выиграть СКФО, потом Россию, потом Европу, мир и потом Олимпиаду. А вот этим юным борцам вдвойне непросто. Над ними сильнее прочих давлеет груз ответственности, ведь эти соревнования в честь их дяди. И к ним Гузер Дауров и Али Кушхов готовились загодя. Они очень усердно готовились, не только несколько месяцев готовились, тренируются в разных спортзалах, в разных аулах. Вот Али выиграл уже 2 тура, сейчас третий предстоит. Очень надеемся, что он выиграет первое место. А Гузер пока чуть-чуть тренируется. Организатором турнира выступили друзья Хизира Кушхова. И то, что соревнования собрали столько участников, стало для них приятным сюрпризом. Мы хотим, чтобы вот наш друг в памяти всегда сохранился. Он был очень хорошим, воспитанным, чтобы примером для подражания был. И второй смысл для детей всегда, чем чаще вот такие турниры будут проводиться, ну, для них лучше, поднатаскивается. В целом это не просто спортивный турнир. Его организаторы большое значение придают и патриотическому воспитанию участников, напоминая им, что чемпионом ты можешь и не стать, но хорошим человеком быть обязан. В дальнейшем у них в планах еще расширить состав участников и сделать турнир традиционным. Эрнест Чуков, Назир Капышев, Архыз 24.